Саратовских абонентов Билайн взбудоражили слухи о том, что мобильный оператор якобы закрывает местные филиалы. Информация об этом появилась на ряде информагентств области. Согласно приводимым данным, Билайн закроет филиалы в 60 городах России, в том числе и в Саратове. Правда, в руководстве регионального отделения мобильного оператора тут же развеяли эти слухи. Оказалось, что людей взбудоражили напрасно, и никакого закрытия не произойдет. Просто федеральное руководство приняло решение об изменении юридического статуса. Филиалы переименуют в обособленные подразделения. Информация носит, в принципе, технический характер. У нас происходит изменение внутри компании, носит организационный характер. Мы меняем свою структуру, уходим от филиалов, приобретает форму обособленных подразделений. Все это делается только для наших клиентов, для того, чтобы упростить наши бизнес-процедуры и сделать их более быстрыми. Как заверили в руководстве компании, на клиентах подобные перестановки никак не отразятся.